Philips OneBlade с уникальным лезвием подравнивает, делает контуры, бреет щетину любой длины в любом направлении. Выбирай свой стиль с Philips OneBlade. Серёг, покажи пупок. 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 Добрый вечер, дорогие друзья, и добро пожаловать на наш YouTube-канал. Это финальный влог с финального дня Last Fall Finals. Мы уже узнали нашего соперника, это вновь будет Виталити. Прямо сейчас мы уже находимся в Royal Arena, ребята уже настраиваются. Сзади у меня публика, которая, я думаю, будет больше болеть за нас. Мы невероятно взволнованы, позвольте показать вам, как проходила наша дорога на арену, как ребята настраивались, и затем перейдем к самой игре. А где там твои тиммейты? Скоро придут. Оп-оп. Да. Кирилл, мне кажется, это безнадежно. Все ради красивого финала. Надеюсь, финал будет таким же красивым, как прическа Кирилла. Булочка с маслом. Я даже не понимаю, может? Что это. Нет, булочка и салатом это все. А вот это может быть курица. Ну смотрите еще раз. Бум. Это каша. Да. Это фасоль. Мисутанин 2 взял. Серьезно? Ну вот, сейчас вы покажи. Ну Глеев как-то вообще, как что он сделал? Вот это он мог просто. Он даже не в зуме был, посмотрите. Снова Виталити, гранд-финале. Да? Андрей, что думаешь? Или хотел все-таки разнообразие, хотел с Астралис поиграть? Ну, для шоу, да, это, наверное, более интересно играть с Астралис. И нам, как вызов для нас, было бы интересно играть с датской публикой. И, опять же, новая Астралис, которая бы, если вышли в финал, они бы претендовали на какое-то, наверное, начало своей эры, ну, то есть какие-то новые дыхания. Вот, но Виталити показали класс. Поставили их на место и будем еще раз играть с Виталити. Это может быть другая игра совсем, не как финал Бенроу. У нас будет уже другой мапе, там только что его увидели на сцене. Это будет Мираж, Нюк и Инферно Десайдером, если до него дойдет. А ожидали, что они пикнут Мираж в этот раз? Нет. Но Мираж был вчера третьей картой, поэтому ничего страшного там нет. Наша одна из самых сильных карт. Вот. Ну, хороший вет. То есть Нюк, Мираж, Нюк, потом идет Инферно третья, как всегда, классика. Почему не Даст? Почему Инферно решили оставить? Ну, Даст, они вроде как пикают часто своей картой, они чувствуют себя на нем комфортно. Инферно мы уже их обыграли, знаем, как они играют. И, в принципе, мне кажется, что даже если мы будем играть третью карту, то у нас будет хорошо получаться на ней играть. Как думаешь, эта игра будет отличаться от предыдущей против Виталити? Да, да, мне кажется, что есть такой шанс. Непонятно, честно. Я не понимаю сам, что было с ними вчера. То ли мы сильно играли, но они ошибались много. Что заставило их ошибаться вчера, непонятно. Играть сегодня лучше. Поэтому посмотрим. Мы с Виталити играли на Мажоре. Выиграли, играли здесь. Ну, то есть я не думаю, что прям они превратятся в суперсильного соперника. То есть
максимум. Часто говорят, что команда, которая играла в финал лузеров, они как раз в финал уже подходят в оптимальной боевой кондиции, более разыгранными и все вот это. Ты веришь в это? Либо наоборот. Сейчас час перерыва, могут устать немного. Потерять, да? Да. Ну, плюс, наверное, единственное для них это то, что два игрока, Мисута и Киоджин, уже сыграли три матча на большой сцене. Сейчас будет четвертый, и, возможно, это тоже как-то повлияет. Ну, посмотрим, друзья. Совсем скоро начинается матч. Мы пошли куда? В практис наш. Пошли. Да. Переживаешь перед финалом? Ты их мотивируешь на победы, когда вы стоите в кругу перед собственной игрой? Ну, что ты им говоришь? Витамины. Людям интересно. Вы часто спрашиваете нас. Это же секреты, зачем мы будем рассказывать? Тогда всем будут так. В общих чертах. Не до слов. Просто заряжаем их энергией. Даем много пустыми словами с Андреем. Громко кричим, заряжаемся, садимся, выигрываем, едем домой, отдыхаем. А ты громче всех кричишь? Мне громче всех кричат ребята, их же больше. Отлично. Хочешь сказать, хорош ты, мужик, Ярослав? Сейчас я говорю. Очень большой непорядок. Да. Но мы верим, правда? А, электроника дожимает. Нет, Эли. Почему так? Нет, Эли. Ну просто, опять же, нами просто хотелось, чтобы было немножко больше интриги в этом матче. Понимаете? Поэтому так. Ah!
Это он запрыгнул джангл в итоге? Нет. Кто-то говорит под головой. Когда за его был Савиком? Да. Ну он был снизу, понял? Как он смежду? Я выхожу под головой, и он слева. Да, он смежду прошел под голову. Нет, так он уже джангл. Когда я... Ну он убил Савика, потом джангл. Он уже левее был, да? Да, да. Ну я так и подумал. Давайте финально.
Это был невероятный финал. Действительно, все было более нервно, наверное, чем мы ожидали. Этот нюк, это было больно, но на Инферно мы реабилитировались. Ребята невероятные молодцы, они не дали волю эмоциям, они справились. И мы очень благодарны им за этот праздник Counter-Strike. Ярик, покажи! Вот он! Кубок, Ярик, хранитель кубка. Не, я не буду его брать, я его так покладу, потрогаю. Ну что, как эмоции посмотрели? О, офигенно, эра наконец-то начинается. Дай бог, друзья. Для осенние финалы совсем скоро начнутся, уже глобальные финалы здесь же, в Копенгагене. Мы также являемся их участниками еще до старта этого лана. И это будет действительно победа уже другого уровня, там будет другой праздник, там будет даже другой состав немножко команд. С нетерпением ждем старта. Спасибо большое, что оставались с нами. Это был наш финальный блог с Бласта. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, пишите комментарии и увидимся в следующих блогах. Получается, печать сложилась. Уши сару у не и тори уши ума тори не тора ину тора ми уши хицуджи ми и хицуджи не.